Всем привет! Сегодня Рождество, но мы решили не готовить индюка. Индюк считается сейчас традиционной едой в этой стране, хотя не всегда он был традицией. Пришла эта традиция из Америки, а англичане всегда раньше готовили гуся на Рождество. В этот день мы, пока идет у нас готовка, готовятся сейчас овощи, играем в разные игры. И сейчас вот играем в игру, которая называется Trivial Pursuit. Очень рекомендую, если вы живете в этой стране и ищете настольную игру. Интересная такая, она познавательная, развлекательная. Хорошая очень игра для семьи. Желательно, конечно, чтобы было у вас человека 4, чтобы играть. Смотрим передачи, и вот хорошая тоже передача, игра, новогодний выпуск, называется эта игра University Challenge. Две команды из разных университетов играют, отвечают на вопросы, в общем, игра на общую эрудицию. И можно играть одновременно с ними, смотреть, если вы сможете ответить до них. Вот и день подходит к концу. Много ели, много смотрели телевизор, много играли в игры. Завтра пойдем на прогулку. Я вас с собой тоже возьму. Смотрите, какая у нас темнота на улице. Если вы живете в деревне, не в центре деревни, а на окраинах, то, скорее всего, у вас не будет уличных фонарей. Сегодня замечательный день, и мы с вами приехали в парк. Второй день после Рождества называется Boxing Day по-английски. По-русски можно сказать день коробок, либо день подарков. Мы с вами пройдемся по парку. Я показывала вам этот парк, но не показывала в конце декабря. Так что это впервые будет парк в это время года. Посмотрим, что там есть. Сегодня, к сожалению, будет закрыто световое представление, которое здесь проводится до Нового года, уже, наверное, в течение 2 недель. А сегодня праздник, и поэтому они закрыты. Хотела я вам заснять световое представление, но у нас была плохая погода. Смотрите, сколько птиц. Люди подкармливают их здесь. Thank you.
А вот это вот уже все относится к этой инсталляции. Видите, все это ночью будет зажигаться, все будет гореть. Загадайте желание написано. Видите, сколько желаний на бумажках написано. То есть вечером тут проводятся типа вечеринки. Видите, люди пишут карандашиком, кто что хочет. Устраивается тут такое развлечение каждый вечер до Нового года. Поэтому тут все огорожено, везде лампочки. И если вы обратите внимание, смотрите, видите, прожекторы такие стоят, освещают все деревья. И еще тут мы увидим палатки, в которых будут спрятаны все электрические соединения, выключатели. Если вы будете обращать внимание, вы заметите. Когда буду делать монтаж, я вставлю пару фотографий, как парк выглядит вечером. Все эти деревни будут подсвечены, шары будут тоже сверкать. Очень красиво. Смотрите, вот эти ленточки, это тоже часть этой световой инсталляции. Вроде бы выглядит, ну, никак. А вечером смотрится достаточно интересно. Обязательно вставлю фотографии. Сегодня светового шоу нету, но почему-то стоит скорая. Обычно на каких-то мероприятиях таких, где будет много людей, будет присутствовать бригада скорой помощи на всякий случай. Но сегодня закрыто. Они не делают никакого представления, даже не знаю, почему скорая помощь. Кстати, у меня мои знакомые, семья, друзья спрашивают, у вас нет никакой медицинской помощи? Есть медицинская помощь, у нас один день поставала скорая помощь, один день. А вот это вот местная знаменитость наша, эссекская, которая стала уже популярной. И он будет проводить здесь концерт 27 августа. Сейчас пропущу людей, пройдут. Тут будет петь. Тут часто кто-то поет прямо в парке. Нужно покупать билетики. Вот это вот часть тоже световой инсталляции. И сделана эта часть, знаете, кем? Детьми, у которых аутизм. Ну, естественно, с помощью учителей. Кстати, вот это вот калифорнийское красное дерево, оно не английское, было завезено, но видите, как растет хорошо, прижилось. Красивое, интересное дерево. Я вам уже про белок рассказывала и показывала их в парке. Повторяться не буду про закон английский. Они не местные серые белки, они сюда были завезены. Очень они агрессивные и вытеснили потихонечку рыженьких белок. Я проходила несколько раз, камеру прятала, и белки выскакивали. Ну, наверное, еще встретим белок, они тут везде бегают.
кстати, вон женщина впереди, по-моему, белок снимает. Мы потихонечку с вами зашли уже на верхнюю часть парка. Кстати, обратите внимание, видите, то палатки стоят, то домики, в которых прячутся важные электрические соединения. Видите, тоже часть этой инсталляции. Арки такие, со множеством маленьких лампочек. Конечно, красиво будет тут вечером, но не сегодня. Видите, будочки везде собачьи. Видите, какой холмистый все же парк в Колчестере. Достаточно высокая вот эта часть сверху. Обратите внимание, у нас были морозы, и пальмы уцелели. Эти пальмы стоят. Хочу вам показать вот этого павлина, который тоже будет вечером освещаться. Вот с этой стороны лучше солнышко в глаза не светит. Кстати, примулы везде растут в парке. Вот примулы как раз-таки морозик испортил. Примулы все без цветочков, замерзли цветочки. И вот смотрите, белки везде бегают и сидят. Они совершенно не боятся людей, абсолютно. Если я стану и ничего не буду делать, она буквально залезет по мне на плечо, на голову. Они такие немножечко нагленькие белочки. Рыженькие белки все же поскромнее, чем серые. Эти такие себя в обиду не дадут. Поэтому они тут и прижились, и вытеснили всех красных белочек. Точнее, рыженьких белочек. Мы с вами сейчас на горке такой, на возвышенности. Ров вокруг этого замка. Мы стоим на самой верхней части. С этой стороны виден практически весь парк. Было бы здорово посмотреть вечером инсталляцию, но сегодня ее нету, а в другой день у меня не получается сходить. А на прошлой неделе у нас были дожди. Вы знаете, вечером идти в дождь не очень приятно смотреть красоту. С этой стороны у нас в парке находится этот замок. Про него у меня есть видео. Замок очень старый, построен он на фундаменте, которому 2000 лет, а замку 1000 лет. Вот такие вот даты. Это про одного из владельцев этого замка. Звали его Чарльз Грей. Ему свекровь подарила этот замок, и он много тут перестраивал, поэтому про него здесь написали. Вот эти вот узенькие, тоненькие кирпичики, видите, это римские кирпичи. 2000 лет этим кирпичам. В Эссексе у нас много можно найти старых построек, в которых использовались римские кирпичи повторно. Вода отсвечивает немножко на солнце, поэтому я не уверена, увидите ли вы или нет. Но здесь водятся большущие карпы. Не один, много-много их. Эти электрические провода, если они находятся на дорожке, накрывают вот такими тяжелыми ковриками, которые не подъемные, буквально очень тяжелые.
чтобы никто не споткнулся. Я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. И пока-пока. I'm gonna go to the hospital.